בוקר טוב, שלום לכם, ערב שבת שלום, פרשת צו, סיבוני בדורת השם, 6:15, פתח אליהו הנביא, שיר השירים, נחי קבלת שבת, ועדיין צבא מהלכות שבת, ירסון של דברי תורה ונשמת קודם, שלום לכולם, אבי דרושי, וגם דוד בן זיל פה, גבריאל בן זיל פה, מרים בת אוסנת, אברש הכהן בן פריחו, וגם לסחת המסרו ופתם ישראל, שלום בארץ ובעולם. טוב, סיבוני, זאפרה בדורת השם, ונס תאג ג'ט, פרשת צו, פרשת פרה. То есть у нас будет завтра два свитка Торы. И два кадиша, чем после чтения свитков Торы. И по многим мнениям, чтение Парашат Пара, также Аллаха по Торе, как чтение Парашат Захор. Поэтому человек должен обязательно постараться прийти завтра в синагогу и послушать чтение Парашат Пара. Эта глава читается сразу после Шаббата, когда был Пурим. Сразу после Пурима. Для чего это читается? Парашат Пара – это Бедрат Ашем придет Машиах. Мы должны прийти в Бет-Амикдаш приносить корбанот, но если мы нечистые, сегодня мы находимся в состоянии духовной нечистоты, мертвеца, поэтому мы должны очиститься, и человек должен был прийти в Бет-Амикдаш перед праздником, сделать аппоинтмент с коэном, чтобы его окропили пеплом красной коровы, третий день, седьмой день, то есть это занимало неделю или две недели очищения, поэтому человек должен был приготовиться к этому заранее. Сегодня, к сожалению, красной коровы нету, но Бедрат Ашем мы читаем, и человек, который изучает ту главу, которую он изучает, о том, что это говорит о мицве, о которой он говорит, засчитывается ему, когда он, как будто он эту мицву исполнил. Хафтара, да, будет автора, и мафтир будет отдельный. Теперь это то, что парашат пара, очень важно завтра прийти и не пропустить Бедрат Ашем на шаббат утром на шахари. Дальше гадараха. Шаббат, мы сказали, теперь есть большой вопрос между ашкеназим и сфарадим, когда и как зажигать субботние свечи. То есть, у нас в Сфарадим обычай, который полагается на мнение Геоним, на мнение Рамбама и Шулхан Арух, что женщина сначала благословляет и потом зажигает субботние свечи. Так обычай Сфарадим. И если женщина зажигает наоборот, сначала зажигает, потом закрывает слова и говорит благословение, если она может поменять и это не приведет к спорам, лучше это сделать так. Но ашкеназим, они делают как у нас, делали в Бухаре, в Самарканде, или тоже сирийские евреи так делают, они сначала зажигают свечи, а потом говорят благословение, потому что они считают, что с благословением я принимаю на себя шаббат. Но Аллаха не так. Аллаха, мы зажигаем свечи, здесь у нас 18 минут до захода солнца, в Иерусалиме 40 минут до захода солнца, зажигаем свечей, женщина не обязана на себя принимать шаббат. Поэтому те, которые говорят, что она принимает на себя шаббат, выходит, что она зажгла свечу, больше свечу тушить не имеет права, должна положить. Если она зажгла субботние свечи, уже она не имеет ничего права есть или пить без кидуша. Если она еще не успела помолиться Минха, она не имеет права молиться Минха, потому что уже она осветила шаббат, приняла на него, не может его сделать теперь будним днем через молитву. Поэтому Аллаха говорит, что это все для сфарадим не так. Зажигание свечей женщина не принимает на себя шаббат. Она зажгла свечи, исполнила мицву, когда заходит шаббат с заходом солнца, через 15 минут, если она вовремя зажгла, заходит шаббат. Поэтому если нужно что-то попробовать, имеет право. Нужно что-то включить, потушить, имеет право. Но желательно раз в год сделать ей условие, что я с зажиганием свечей на себя шаббат не принимаю. Обычно это делается в Рош ха-Шана, чтобы не забыть каждый год, но если все-таки она забыла это сделать, то, что ей необходимо сделать, она имеет право это делать. Опять же, при условии, что она на себя шаббат с зажиганием свечей не принимает. Но если она постоянно зажигала сначала, а потом говорила благословение, у нее обычай такой, уже три раза или больше, тогда она должна будет сделать атарат недарим, если она хочет делать, как у нас обычай по сфарадим. А что с мужчиной? Женщины дома нету, он зажигает субботние свечи. Мужчина никогда, ни в каких случаях шаббат зажигание свечей не принимает. Ему можно делать все, что необходимо после зажигания свечей до захода солнца. Мы, Бедрат Ашем, принимаем шаббат в синагоге, когда читаем. Здесь мизмор шема шаббат, лехадады. Это когда мы принимаем на себя шаббат. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.